познакомлю вас сегодня со своей Леоной Галактикой. Она есть уже очень у многих, но оказывается, у каждого она своя. Вы начали мне писать, какая она у меня не такая, как у вас. Поэтому я решила, что нужно вас познакомить с моей Леоной Галактикой. Этому кусту в июле будет год. Зиму он зимовал очень плохо. Я думала, что я его потеряю. Выходили мы лысые-лысые из зимы, чуть живые. И вот сейчас это первая шапка. Вообще первый цветонос и первая шапка на кусте. Стоит она у меня без солнца, но, конечно, мы живем на улице. Горшок здесь 5 или 6 литров, я затрудняюсь сказать, я так уже особо не помню. Но я вам ее показывала в кашпо. Здесь 16 литров. То есть относительно пропорции горшка, наверное, вы можете представить, какая большая шапка. Или же вот так. Цветы распустились не все. Очень крупные цветы. Ничего особенного я с ней не делаю. Все подкормки, как у всех. Даже не знаю, есть ли там осмокот. Есть. Так, кристаллон красный. Кристаллон зеленый, обычная вода. Вот там еще цветоносы. Есть еще у меня черенок, с нее растет в 6 литрах. Наверное, этот горшок тоже 6. Если вы помните, я ее пересаживала при вас, показывала еще. Думала, сбросит цветоносы, не сбросит. Не-а. Все, класс, ничего никуда не делось. Цветы шикарнющие. Бутончики еще есть, их много. Ни одного бутона не засушила. А хотя нет, вот... Внутри есть один засушенный. Вот. Ну и ладно. Нам и так хорошо. Каждый день бегу к ней, любуюсь. Всех, кто ко мне приходит в гости, говорю, идите, идите, посмотрите на мою голову.